Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 14 ноября, понедельник, на часах в Якутске 19:15. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Сегодня в гостях у нашей программы министр финансов Республики Саха-Якутия Валерий Жандоров. Валерий Алексеевич, добрый вечер. Спасибо, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Валерий Алексеевич, хочу вас поздравить сначала, на самом деле. Вот, ну, правда, это не там новость не вчерашнего дня, но тем не менее, Якутии присвоена первая степень качества управления финансами. Это, да, это же здорово. За 15-й год. За 15-й год, согласен. Как идет исполнение бюджета в целом по 2016 году? Да, по итогам 1 ноября из плановых доходов, которые мы определили при последней корректировке, 175 миллиардов, уже поступило 144 миллиарда общих доходов государственного бюджета. Угу. Это составляет 82,5%. И надо отметить, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, прирост составил 8,7 миллиарда рублей, то есть на 6,5%. Угу. По расходам мы также движемся ритмично. На данный момент мы исполнили... Но расходы тоже увеличиваются. Да. То есть расходы увеличились и исполняют сейчас на данный момент на первый, наверное, 147 миллиардов. А к плановым назначениям от 185 миллиардов они составляют 80%. Угу. И если сравнивать с аналогичным периодом 2015 года, 10 месяцев 2015 года, увеличение расходов составило 11,7 миллиарда рублей. То есть расходы достаточно значительные. Возрастают ли доходы республики, ну, по сравнению, я не знаю, с чем сравните, по налоговым отчислениям, по налоговым поступлениям? Да. То есть налоговые и неналоговые доходы, которые составляют у нас собственную базу, в этом году у нас запланировано 114 миллиардов рублей. На данный момент поступило 94 миллиарда рублей из плановых налоговых и неналоговых доходов. И вот осталось 2 месяца, когда мы по итогам уже декабря посмотрим, насколько были они исполнены. У нас налоговые доходы, значит, растут, особенно в этом году отмечаем увеличение налога на прибыль. Угу. В связи с тем, что у нас компания, это в алмазодобывающей отрасли, растили в этом году значительную выручку. На это способствовало и в том числе колебания, укрепления курса рубля. Можно ли волноваться за дефицит бюджета? Дефицит бюджета у нас принимается всегда с учетом ограничений, утвержденных бюджетным кодексом Российской Федерации, не более 10%. Вот. И в мы рамках думаем, в этих, собственно. Да, и в этих рамках мы и движемся. На 1 ноября он пока составляет 2,5 миллиарда дефицит бюджета. То есть к концу года мы думаем, что мы не превысим те параметры, которые заложены в государственном бюджете, поскольку источники финансирования дефицита бюджета у нас также планово исполняются. В этом году мы привлекли из федерального бюджета только бюджетных кредитов на сумму 7,6 миллиарда рублей, льготные под 0,1% ставок. И даже на этом у нас уже была достигнута экономия 502 миллиона по обслуживанию государственного бюджета. Валерий Алексеевич, а будет ли ставиться задача перед Министерством финансов увеличить и в будущем году налоговые поступления? Ведь невозможно же их увеличивать всегда, мне так кажется, или возможно? Да. На самом деле увеличить, это основывается на прогнозе социально-экономического развития республики, а насколько наши предприятия действуют в рамках имеющейся экономической ситуации. Угу. Ну, на 2017 год прогноз у нас по налоговым и неналоговым доходам составляет сейчас 117 миллиардов рублей. Это чуть незначительно, но выше, чем в этом году, 114 миллиардов. Надо отметить, что в 2014-2015 году рост налоговых поступлений произошел в том числе и от девальвации курса. Так? Да, а на данный момент эти колебания ниже, чем это было в два раза там, в 2014-2015 году. Угу. Но, тем не менее, прогноз по прибыли рентабельных предприятий, действующих на нашей территории, по приросте фонда оплаты труда, налог на доходы физических лиц будет увеличен. Так? И, кроме того, по налогу на имущество у нас также имеется увеличение. А вот что касается межбюджетных трансфертов, дотаций из федерального бюджета, да, то пока у нас в бюджете предусмотрено 36 миллиардов рублей. А в этом году мы дотации на уровне бюджетного обеспечения получали в сумме 43 миллиарда рублей. Но методика выравнивания бюджетной обеспеченности предусматривает и оценивает темпы роста предыдущих лет. Они были у нас достаточно высокими. Налоговый потенциал. Расходная часть. За счет каких статей, может быть, если так можно спросить, да? Куда тратятся эти деньги?
Вот она возрастает, расходная часть. Ну, на самом деле, вот у нас программные расходы составят 153 миллиарда. В 2017 году расходы составят в целом 160 миллиардов рублей. Они включают в себя и тот объем федеральных средств, который на данный момент при первом чтении федерального закона о федеральном бюджете мы видим по субъектам. Да? Но, как правило, в течение исполнения финансового года субсидии, которые предусмотрены в федеральном бюджете, они распределяются субъектам. Вот в этом году, например, дополнительные субъекты, которые в течение финансового года наше министерство, участвуя в различных государственных программах Российской Федерации, получили порядка около 10 миллиардов рублей дополнительно перед тем, после того, как начали мы финансовый год. И в следующем периоде тоже. То, что касается направленности расходов, безусловно, они предусматривают под собой безусловное исполнение выплат социальных обязательств. Это заработная плата, и надо отметить, что и на следующий год исполнение майских указов президента также по дорожным картам будет соблюдаться в 2017 году. Но это касается всех сфер, которые подпадают под социальные. Под майские указы, да. И кроме того, публичные нормативные обязательства, они все будут исполняться. Мы в 2017 году заложили и индексацию мер социальной поддержки на 720 миллионов рублей. Также мы ожидаем, что нам потребуется 3 миллиарда 700 миллионов рублей на повышение оплат труда целевых категорий, которые были указаны в майских указах. Да. Перед тем, как перейти к бюджету 2017, небольшая цитата. Резюмируя итоги встреч с крупнейшими недропользователями, которые состоялись с 7 по 10 ноября, глава республики Егор Борисов заявил: мы получили гарантии, что они не уменьшат размеры налоговых отчислений по сравнению с текущим 2016 годом. А кто-то даже увеличит их. Это самый главный результат для нас. Исходя из этого, будем строить финансовые планы республики. Но это совершенно замечательно, что главные налогоплательщики, соответственно, крупнейшие недропользователи вот заявляют. Говорят, что не будут, собственно говоря, сокращаться их налоговые отчисления. А вообще, насколько можно, Валерий Алексеевич, планировать на 3 года бюджет сейчас? Да, на самом деле Российская Федерация приняла решение о принятии закона на 2017 год и плановый период 2018-2019 год. Я считаю, что планирование на 3 года, оно все-таки составляет ориентиры. У нас, как правило, рассматриваются 2 варианта. Да? Это базовые варианты, сценарные условия развития, прогноз социально-экономического развития, и консервативные. Планирование на 3 года помогает также более четче выстраивать финансовые обеспечения наших государственных программ, которые имеют, как правило, 5-летние проекты. И выстраивая на 2017 год, затем на 2018-2019 плановые периоды, мы себе задаем все-таки некоторые планы и более смотрим прогнозы деятельности наших предприятий. В основном это, конечно, вы правильно обратили внимание, это и добывающие. А в прогнозном... Недропользователи. Да, в прогнозном обозримом будущем недропользователи заявляли то же самое, что и на 2017 год, что не будут снижать налоговые отчисления. Да, то есть на самом деле работа с ними идет постоянно, безусловно, и вот осенью, как правило, мы сверяем наши планы и программы для того, чтобы более близко подойти к прогнозу налоговых доходов. Ну, еще раз подтвержду, что в следующем году у нас налоговые и неналоговые доходы, которые известны от наших налогоплательщиков, а не от федерального центра, составят порядка 117 миллиардов. Это вот больше, чем в этом году. Что и подтверждается тем, что деятельность, то есть это, конечно же, зависит от их экономической деятельности. То есть добыча тех полезных ископаемых, которые занимаются, в планах у них стоит не со снижением. Соответственно, это обеспечит налоговое поступление. Итак, каковы, в общем, прогнозные показатели бюджета 2017? 156 миллиардов у нас по доходам на 2017 год и 160 миллиардов по расходам на 2017 год. Это с наличием дефицита 4 миллиарда 200 миллионов рублей. И к 2019 году цифра составит 162 миллиарда рублей по доходам и 167 миллиардов по расходам. А давайте обозначим, это консервативный прогноз? Это базовый. Это базовый прогноз. Базовый. Консервативный, он, как правило, хуже. Это понятно, да? Это понятно.
Можно ли сейчас говорить о том, что бюджет 2017 года, следующего года, сохранит свою социальную направленность? Да, безусловно. Как и в предыдущие годы, у нас более 50% составляют расходы. Это здравоохранение, социальная защита населения, образование. Также есть у нас и программы, может, чуть поменьше объемом, да, но тоже социальная направленность – это семейной молодежной политики, также программа по развитию физической культуры и спорта. Так. Но в совокупности они тоже дают значимые бюджетные показатели. Да, достаточно значимые. Да. Кроме того, то, что традиционно программы по развитию сельского хозяйства, по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами, они тоже в значительных объемах предусмотрены, не сильно отличаясь от объемов 2016 года. А в каком соотношении, как правило, социальная направленность бюджета и вот, плановая, да, обычно? Да. Ну, традиционно просто социальная направленность – это, скорее всего, там, где обеспечивается выполнение публично-нормативных и социальных обязательств. Традиционно, возможно, это непосредственные расходы в социальной сфере, здравоохранения, образования, культуры и, значит, физической культуры и спорта. Но в целом все расходы государственного бюджета, они направлены на поддержание и повышение уровня и качества жизни населения. Так? Есть безусловные обязательства, да, по предоставлению государственных услуг и муниципальных услуг. Конечно, так? Конечно. Есть обязательства, то, что мы говорим, поддержка отраслей экономики, так? И в том числе жизнеобеспечивающих сфер, значит, направлений и отраслей в нашей республике тем более. А так в целом бюджет весь направлен на... А если говорить вообще о задачах, которые ставит перед собой Министерство финансов республики в работе над бюджетом 2017 года, то каковы они? Безусловно, остается той же постоянной задачей, это мобилизация всех предусмотренных плановых доходов, налоговых, неналоговых доходов, что подразумевает постоянный мониторинг и работу с нашими налогоплательщиками. Так? С точки зрения расходов, то остается, безусловно, актуальная задача, это повышение эффективности бюджетных расходов, их рационального использования, то, что мы называем результативности, достижение наилучших результатов с имеющимся ресурсом. Вот. Я просто подчеркну, что 156 миллиардов доходов – это тоже значительный ресурс для решения задач. Безусловно, продолжим работу по определению приоритетов, приоритетных направлений в связи с ограниченностью ресурсов. И то, что называется новые методы управления, государственного управления, также будут применяться для того, чтобы как раз-таки выставить более эффективную структуру расходов, которая бы была направлена не на поддержание неких базовых и принятых когда-то расходов, а выбор как раз-таки эффективных и приоритетных направлений. А насколько бюджет вообще гибкий документ? Насколько он не догматичен? Ну, на самом деле он достаточно гибкий, как раз-таки с точки зрения... Есть определенные обязательства, которые государству необходимо исполнять в силу конституционных прав. Это предоставление бесплатного образования, значит, в сфере здравоохранения, культуры. Есть наличие, значит, определенных сетей, то есть это предоставление государственных услуг. То, что выше этого, это... Ну, то есть подразумевает... это не догма руководства к действию. Можно перефразировать классика, наверное. Да, безусловно. Спасибо огромное, Валерий Алексеевич. Напоминаю, что вы смотрели «Арену событий». В гостях у нас был министр финансов республики Валерий Жандоров. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.